Всем привет, с вами Гизма. Сегодня я вам расскажу про события. Проходит оно где-то примерно два раза в месяц. Это событие «Ангельский капитал». «Ангельский капитал» рассчитан на тех, кто вкладывает донат. Например, здесь можно приобретать билеты, стоит он 800 топазов. Либо пополнить на 800 топазов, и можно будет купить попытку, то есть билет за 1000 алмазов. То есть при пополнении на 800 топазов вы сможете купить два билета. Если вы пополните уже на 2000, то вы еще купите третий дополнительный билет. Ну, на 4000 это уже будет 4 билета у вас в общем. Что дают вам билеты? В магазине билетов вы можете скупать различные ресурсы, маунтов. Вот они. Это что касается билетов. Далее, каждый билет вам дает номер. У каждого билета индивидуальный номер. Здесь вы можете найти свой билет. Здесь также показаны номера билетов всех тех, кто участвует, и можно увидеть максимальное количество билетов. Сначала ангельский капитал действует там определенное время, то есть дается покупка билетов. Можно ежедневно скупать по максимальному количеству билетов, по 4 штуки. Соответственно, у вас будет больше шансов выиграть. Последний день, вот, до завтра будет, в 7 часов вечера начнется розыгрыш. Будет рандомно выбираться номера, которые будут получать награды. Первое место даст 40 тысяч топазов, 60 тысяч алмазов, довольно-таки неплохо. Второе место даст 20 тысяч топазов и 60 тысяч алмазов. Будут их дадут троим, и третье место на 6 человек, шестерым людям дастся по 10 тысяч топазов и 40 тысяч алмазов. И еще будет разыгран специальный приз на одного человека. Он сможет выбрать любой костюм с крыльями или любого маунта на выбор. Я думаю, это довольно-таки неплохо, потому что на данный момент человек сможет выбрать артефактный костюм или маунта, который сейчас доступен в событиях и стоит намного больше, чем 800 топазов. Поэтому, если не жалко, то донатьте, выигрывайте. Желаю вам удачи в этом событии. На этом у меня все. Всем спасибо. До свидания. Смотрите нас на канале РБК Games. В YouTube также подсоединяйтесь к группе ВКонтакте РБК Games. Участвуйте в конкурсах, выигрывайте РБК монеты, копите их и участвуйте в ангельском капитале. Всем спасибо. До свидания.